собаки, а также их родители. Веселые истории увидят их родители. Веселые истории, экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Ералаш». Сидят два друга милых. Вдруг видит Павлик как-то раз, у друга нос в чернилах. Был путь у Павлика прямой, сказать: «Тарас, чернила смой!» И тот бы сразу смыл их. Но Павлик... «Требую, чтоб класс сказал Тарасу, что Тарас измазал нос в чернилах!» Вопрос выносится не зря на обсуждение класса. Подумать только, вся ноздря в чернилах у Тараса. Мы обсудить должны вопрос, каков Тарас, каким он рос. И как дошел он до того, что нос в чернилах у него? Он опозорил все звено. Нет, мы молчать не в силах. Он и на нас кладет пятно, измазав нос в чернилах. И два часа продлился сбор в защиту чести класса. Нос, между прочим, до сих пор в чернилах у Тараса. Здравствуй, Ваня. Здравствуйте. Ну, как идут дела? Дела моща. Что-что? Классно, говорю, еще один фитиль, такое сморозил. Подкатывается к шкету, дай, говорит, велик погонять. Сел и почесал. А тут училка, он давай выпендриваться. Варежку-то разинул, да как дерябница. Сам с фингалом. Училка чуть не с катушек, а велик гикнулся. Воржачка, клево, да? А лошадь? Какая лошадь? Ну, которая ржала. Да нет, это не лошадь. Это парень один длинный, подкатил к шкету. На велосипеде? Да нет, велик у шкета был. У какого шкета? Ну, шибзик один. Да вы знаете его, ходит здесь вот с таким шнобелем. С кем ходит? Да не с кем, а с чем. Рубильник у него в виде паяльника. А, ну? Ну вот, дай, говорит, велик погонять. Сел и почесал. Кого почесал? Да нет, попилил он. А, и распилил. Что распилил? Ну, велик. Чем? Паяльником. Нет, паяльник у шкета был, а у фитиля фингал. Он и стал кочевряжиться. Варежку-то разинул, вот и дерябнулся. Но самое-то укатка, что велик гикнулся. Дерябнулся или гикнулся? Накрылся на мелкие кусочки. Ну, теперь поняли? Теперь понял. Скажи, а что вы проходите по литературе? Гоголя проходим. Чуден Днепр, при тихой погодника, довольный и плавно мчит сквозь горы, леса, реки свои. А? Замечательные слова. Как это? Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжись и выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клевые волны свои. Вылупишь зенки, откроешь варежку,
из катушек. Редкая птица дочешет до середины, а если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит. Замечательно. Гикнулся. Ну почему мы так говорим? Сразу видно, не курящий.